Привет, с вами Кунька, приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас начинается новая рубрика «Поднимаемся с нуля», где мы с моим другом Саней. Саня, поздоровайся. Здорово, здорово. Будем подниматься с нуля. Уже однажды я поднялся здесь на 3,5 миллиона коинсов после вот того ПК. Ну, что, Саня, проебем здесь все сегодня, да? Прям в первом же видео. У меня уже первая ставочка не залетела, так что нормально. Так, обновляем сейчас. Вот, залью я свою юмпишку. Суть в чем будет? Главное, живем. Да, подожди. Суть будет в чем? Я понял. Лёха, хорошо, плотненько, поехали. Бля, да ты заебал, я пытаюсь тут разговаривать с подписчиками, которых у меня 5 штук на канале. Вот, я заливаю любую пушку. Фишка, она стоит 7000 пенсов, значит, я должен поднять еще 7000. Удвоить ее. Вот, смотрим, сейчас идет у нас. Кто с ним может прощаться? На что только не пойдешь. Здесь мы, конечно, я не думаю, что там сразу фастом. Я все понял. Что ты там эмку свой проебываешь? Уже почти просрал. Ёб, ну ты идиот, блядь. Нормально. Свою эмку. Ну, что-то у меня пока вообще не залетает. Ну ладно. Бля, ну ты меня подожди, ёбаный в рот. Сколько тебе осталось коинсов? Нормально, все. Конечно, у меня, блядь, тупит интернет на телефоне, сука, я никак не твердить не фишку на. Сейчас все будет. Ну, у меня бывает, на самом деле. Так что ну давай сейчас с тобой вот вместе поанализируем, заодно поделимся нашим советом, как мы это вообще все чего мы берем такие решения, что блять сейчас будет это, сейчас будет то. Ну сейчас будет по идее красное. Нет, я с тобой сейчас не согласен, сейчас будет снова. Ну, по идее, 2-2 должно быть, по идее, красный. Нет, смотри, в чем прикол. Помнишь, я еще говорил, такая система есть, что меньше, то есть мы видим, что на черный меньше. Ага, нихуя. Нет, ладно, я... Нет, все равно сейчас будет черное, потому что скрипты на сайте работают, сейчас будет черное. Вот такие подписчики сейчас вы тут. Да, и как, собственно говоря, я говорил, залетает у нас черное. Нормально, как бы полторашку залил. Вот. Нет, по идее сейчас должно быть буст черного. Не уверен, давай сейчас смотреть будем. Как? Ты хоть уже ставил, нет? Нет, у меня еще, блядь, не залилась моя пишка, блядь, вот подтверждение на Снимгварде. Говорит, что интернет глючит. Так, вот смотри, да, вот сейчас снова будет черный, это ясен хуй, вот просто да, я... Да, ну и может быть зеленый, поэтому на всякий случай... Зеленый только совсем не было, сейчас будет черный. И у нас вылетает вообще красный. Ебать, давно мы на этом сайте не играли. Сейчас я проверю. Сейчас, вот сейчас очень большая вероятность зеленого, поэтому на всякий... 500 залил. Да. Вот он, Марик Сапарик, кто не знает, это... Ой, блядь, ну сейчас он проебет еще 500 поинтов. Не, ну шансы хорошие, на самом деле, потому что смена цвета и зеленый может... вообще он может даблом, но в ближайшие 6 зеленый очень часто 2 раза падает. То есть зеленый и еще через 5 зеленый, либо зеленый подряд. Это не утверждается. Понял? У меня, кстати, сейчас собака рядом, коленка какая собака, это плюсок удачи. Да-да-да. Я тут мужские. Ха-ха! Мужские, говорю, жопы. Я говорю, у меня тут женские жопы в ВКонтакте, так что... Это тоже к удаче. Ну, это к стояку, я больше думаю. Так. Стояк плюсок везению, да? Блин, вообще пока какая-то... Блин, я все это время, оказывается, подтверждал, не там, блядь. Бывает. Я в уведомлениях принимал, блядь. Ой, ёб твою.
менять уже. Все, сейчас будет черный, да? Ну, по идее, паровозик, как бы черный, все дела. Блядь, и что у меня депозит? А, вот, все, депозит прошел. Так, ну, сейчас я же... сейчас, да, думаю, все-таки может быть черная. Ай, блядь, я не успел. И слава богу, я этого не сделал. Как так? Да я уже столько слил! Я сейчас чуть ЕМПшку не проебал, блядь, охуенно, поднимаемся с нуля, блядь. Так, нахуй, сейчас надо ждать, смотреть, анализировать. Я тебе, Саня, кстати, советую сыграть сейчас на все, потому что я буду играть на все, как обычно. Потому что в этом все публики. А, на все играть, у меня осталось 2000. Ты 8 штук уже проебал. Да, такая жизнь. Ебать ты, олень тупой, блядь, Саня, я с тебя вообще просто ЕМПку слю. Ты должен сказать, сколько ты проебал? Блять, я полтора часа здесь проебал 2 миллиона, я долбоёб. Валяму, нахуй. 2 ляма я здесь проебал, да, я долбоёб. Вот смотри, а сейчас будет чёрное. Думаешь? Нет. Не знаю, не знаю. Такая. Я думаю, будет красное. Я сейчас на середине всё-таки спусь. Я думаю, это будет красное. Ну, бля, хуй его знает. Я сейчас боюсь, как бы на этом рубрика закончилась. Что-то жестко прям топит на красное. На самом деле, сейчас что-то система вообще не работает. Потому что я с утра, когда с 3,5 десятку поднял, вообще нормально было. А сейчас сука, что-то... я не успел залить на черное, блять, мать твою! Всё, я хотел же залить! Минус М, как бы. Ты на красный что ли залил? Хуй, мне кажется, сейчас твой коллаж пойдет. Вот. Нет, я еще и ЮМПшкой играю. Ой, блядь. Вот о чем я и говорил. Я просто знаю, это тоже новая система, новый скрипт. Что идет черное, красное, красное, черное, а вот потом я не знаю, что будет. Ну я сейчас попробую все-таки доверить себе то, что меньше побеждает. Я в это верю. И сейчас мы увидим, что из этого выйдет. Я залил 7000 коинцев. И, блядь, крутится. Блядь, давай, докрути! Да! Да! Вот так, дорогие подписчики, мы поудвоили свою ЮМПшку. Вот так это делается. Всем спасибо за просмотр. Скоро будет новые увеличения, новый подъем пушек. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. С вами был Кунька.